Друзья, если вы хотели своими руками создавать вот такие короны, тогда этот мастер-класс для вас. Вы узнаете, как с нуля с помощью полимерной глины и металлической фурнитуры создать вот такую красоту. Или вот такую красоту. Или, может быть, вот такую красоту. В любом случае, вы научитесь создавать вот такие короны разнообразных форм, размеров, наполненности, если пройдете мой обучающий мастер-класс. Я расскажу все тонкости, все подробности, все подводные камни, которые вас могут остерегать при сборке конкретно данных украшений. С помощью моего мастер-класса вы можете избежать очень многих ошибок. Друзья, всю подробную информацию вы найдете в описании под видео. Список инструментов, материалов и фурнитуры, которые необходимы для создания вот этой короны, вы найдете тоже внизу в описании под видео с активными ссылочками на магазины, где я их приобретала. Поэтому у вас не останется вообще никаких вопросов по созданию конкретно данной короны. Но если вопросы останутся, я с вами 24 часа в сутки на связи, поэтому не стесняйтесь, пишите, звоните. Мастер-класс уже в свободной продаже. Итак, поехали! Друзья, я обещала, что в следующем видео, неважно какое оно будет, я обязательно объявлю о победителе, который просто в прошлом видео оставил комментарий на тему, с какой глиной он работает и почему она именно нравится ему в работе. Поэтому сейчас с помощью программы Lisanair мы найдем этого победителя среди комментариев. Открываем видео, под которым нужно было оставить комментарии, копируем ссылочку на него, открываем программу Lisanair и вот здесь в окошке мы вставляем ссылочку на наше видео. Нам нужно будет только нажать кнопочку «Мне повезет». Давайте посмотрим, сколько комментариев оставили под видео. Всего, смотрите, у нас 260 комментариев. Спасибо вам большое, что вы пишете, интересуетесь моим творчеством. И сейчас мы нажимаем кнопочку «Мне повезет» и ищем победителя среди 260 комментариев. И победителем становится интересный такой ник Error404. Я сейчас вас добавлю в свой чат, поэтому, пожалуйста, прошу со мной связаться. И этот приз полетит к вам уже в ближайшие дни. Всем спасибо за участие в розыгрыше, за интерес к моему творчеству. Оставайтесь на моем канале, впереди будет много-много интересного.